И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Я Нептун, и мы сегодня будем совершать обезбашенные заезды в Happy Wheels. Это не остановить. Наши обезбашенные заезды никто не вправе останавливать, потому что это позитив, это весело, и это все только для вас. Давайте, мы будем продолжать. Рейтинг? Да. Мы продолжаем наши заезды с прошлой серии и проверяем, что у нас здесь нового появилось. Итак, Лайн. Это линия, которая меня порабощала в прошлой серии. Я даже боюсь это вспоминать. Ладно, плевать на нее. Мы это поиграли. Blue Challenge был последним. Нет, вру. Wheel of Fortune. То есть, эта карта была последней, этот уровень. Гарпун Ран. Вот здесь мы остановились, да? Давайте... Нет, подождите. Стопэ. Балтрау 4, вот! Карта, которую мы поиграли последней, да? А вот эта карта появилась новенькая, видимо, сегодня. Давайте посмотрим. Да, эта карта новенькая. Она затесалась там между топовыми картами, поэтому мы должны обязательно в нее отыграть. Поехали, ой! Да, это было эпичное начало. Здесь нужно прыгать. Хорошо, будем прыгать. Давай, опа! Обломись, чувак! Эй, эй, медленно! Я же сказал медленно. Надо немножечко турбоускорение врубить. И вперед! Так, детка, прыжок! Ой, рано прыгнул! Но я все равно живой. Стоять! Стерва, ты куда уехала? Без меня! Это не круто! Ну ладно, так, еще попыточка. Оп! Блин, забыл прыгнуть. Плевать, еще разок. Так, хорошо, прыжок. Давай. Бро. Давай. Стенка. Пошла проклятая стенка. Божечки. Гарпуны догоняют. О. Мы летим в неизвестности. И скрываемся в неизвестности. А это означает, что мы прошли эту проклятую карту. Это было тяжело, но мы это сделали. Спасибо вам, друзья, за вашу поддержку. Так. Хорошо, продолжаем. Bug Dance TSB. Что это такое? Bug это вроде бы жук, а Dance это вроде бы танец, да? Давайте поиграем. Что же это за необычный уровень с необычным названием? Кем будем играть? Давайте этим чуваком. Йоу, детка. Хорошо. И куда нажимать? Так, это все? Замечательно. Я выигрываю, просто нажав на данного персонажа. Вот такие дела. Замечательный уровень, который представляет из себя танцульки на дэнс-поле. Только здесь нет цвета музыки, да, собственно, и музыки-то тоже нету. Но все равно весело и позитивно. Возвращаемся обратно в менюшку. Даже такие уровни бывают. Даже такие, вашу мать, уровни бывают. Так, давайте. Вот какой-то мега уровень. Давайте отыграем его. Так. Поехали. А, выбрать что-то. Ладно, нет времени читать. Давайте выбирать. Хорошо. Что-то мы выбрали, поехали дальше. Давайте опять что-то выбирать. Хорошо. Ай, ноги. Ох, ноги. Прощайте, ноги, вы идете по кривой дороге. Так. Так, замечательно. Тихо, вот здесь интересно. Почему-то зеленый и розовый. А, это... Это же эти. Это знаменитые ютуберы, да, летсплейщики. Маркиплеер и Джек, да. Давайте Марки. Он нам более известен, по крайней мере мне. Так, здесь что? Эй, не знаю, я не успел прочитать. Просто будем выбирать. Дэвид какой-то там был. Так. Может быть, стоит выбирать? Понятно. Необычный уровень, который, знаете, рассчитан, во-первых, на знание Ютуба, на знание знаменитых ютуберов, и, во-вторых, на знание английского. Я не совсем знаю английский настолько четко и настолько профессионально, чтобы здесь, знаете, чувствовать себя как в своей тарелке. Но мы все равно отыграли данный уровень. Не знаю, может быть, вам не понравилось, но поиграйте сами. И сами переводите, вам это по-любому должно прийти по вкусу. А мы продолжаем дальше. Human Bake. Давайте. Что это за уровень?
Так. А, биг. Human bike, да? То есть, мотоцикл, сделанный из людей. Замечательно. Я сижу на чуваке, мои колеса это толстушка и Санта-Клаус, да? Вместо сидения мой Тимми, а вместо руля... Нет, подождите. Ну это руль вроде бы, да? Это девчонка. Хорошо, поехали. Брум-брум-брум-брум-брум, мадафака. Рушим столы. В какой еще игре? Да ладно. Да это просто безумие какое-то. Что за... Что за бред? Унитазы и телевизоры, и бумбоксики, и даже мячики футбольные. А теперь еще и мусорные баки добавились в нашу скромную тусовку. Стекла. Чуваки, получайте баком по морде. Просто, это просто эпично, вы только посмотрите. Я, видимо, насадился на шип, на кол. Плохо и больно. Но мы прошли этот безумный уровень. Я даже не знаю, как это описать. Это просто что-то с чем-то. Фантазии разработчиков уровней не позавидуешь. Ребята могут делать забавные смешные вещи. Хорошо, давайте в менюшку и посмотрим, что есть дальше. Опа. Форест. Лес, да, дорогие друзья? Это либо карта, связанная с лесом, да, либо карта, связанная с одноименной игрой про выживание, которая также называется Форест. Довольно популярна, кстати. Давайте. Скажу честно, я в эту игру... Играл мало, Форест конкретно, но здесь вы только посмотрите, какая мрачная обстановка, какой мрачный задний план. Это закат, кровавый закат, и здесь есть гарпун. Вау! Вот, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ай, твою мать, я же сказал, тормози, чувак, тебе снесет голову, но ты меня не послушал. Так, тихо, едем! Тимми, ты пал жертвой гарпуна. Кровожадного гарпуна-убийцы. Но я тебе... Я запомню тебя героем, по-любому. Ты спасешься вместе со мной. Так, дерево. Подозрительно. Едем дальше. Так, снизу что-то... Что-то злое в дырке затаилось. И что делать? Может быть, слететь с велосипеда? А! Давай-давай-давай-давай. Да, детка. Мы смогли это сделать. Так... Елочка, еще одна елочка, грибочки. А куда дальше? Наверх или сюда? Давайте сюда. Тихо. Так, какое-то колесо. Смотрите, подозрительное. Его можно вращать, а можно оставить в покое. Мы его оставим в покое. Хорошо, поехали дальше. Что это? Леший! Это леший, твою мать! Он что-то мне протягивает. Он хочет, чтобы мы подружились, да? Давайте. А, что? Что делать-то? Оу! А, это босс, да? Твою мать, это босс. А это его жизнь снизу. И нужно было просто убегать с этих знаков проклятых. Ладно, давайте еще разок. Теперь мы будем умнее, да? Тихо. Не попасть. Ай! Мы успели. Мы уцелели. Да, твою мать. Меня раздробило. Меня теперь не узнают даже по слепку моих зубов. Тихо. Так, едем дальше. Едем. Едем, едем, едем. Навстречу приключениям. Едем, едем, едем. И приезжаем в это проклятое место. Мы спаслись. Теперь о нас будут слагать легенды. Настоящие легенды только в сказках. И в книжках. По литературе. Ладно, так, тихо. Я очень доволен, что со мной мой сыночек. Он расскажет мамке о том, что я его в этот раз хотя бы не убил. Тихо, шапку потерял. Но это ничего. Вау, спасаемся, спасаемся сюда. Да, получай, блюдок. Твои деревья меня не остановят. Так, что дальше? А, сюда, 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 сюда. Тихо, ждем. Ха, получай. Твои деревья, твои проклятые маленькие сучки меня ни разу не остановят. Так что готовься, готов. Назад, 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 сюда. Сюда, 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 твою мать, твою. О, хорошо. Тимми живой, и я живой. И это, знаете, это первый шаг к победе. Эй, ты куда, твою мать? Стоять! Стоять, ублюдок! Он сел на этот байк. На байк боли. Смотрите, у него прямо из сиденья торчат шипы и веточки. Сесть туда голой жопой, это больно. Стоять, ублюдок! Догоню! Догоню! Дам по черепу. Эй, ты куда? Вау! Тихо. А, это продолжение босса, да? Ха, мы его забили.
Та-дам! Мы победили! Это прикольный уровень, ребята. Называется Forest, то есть лес. Советую всем поиграть. Реально здорово. Вот я... У меня просто перепирает чувство гордости за людей, которые делают подобные уровни. Они дико разнообразные, интересные в качестве и в аспекте геймплея, и графически очень прикольные. Всем советую. Так, давайте в менюшку и топаем дальше. Impossible гарпун. Опять гарпун. Опять гарпун. Как меня любят гарпуны. Та-та-та. Та-та-та. Так, поехали. Так, моя задача попасть, видимо, там, где флажок. Ага. Ну, это сделать непросто. Вы только посмотрите, что здесь вообще есть. Меня поджидает опасность буквально на каждом шагу. На каждом сантиметре этой карты. Да. Это был пробный мой... мой... Ну, мой шанс, да, вылезти отсюда. Моя пробная попытка. Так. Меня гарпуны сюда докинули. Но от этого мне не стало легче. Так, рестарт. Та-дам, 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 та-дам. Та-дам, та-дам, та-дам. Ой, больно. Больно мне, больно. Так, хорошо. А если наверх? Так. Опа! Как круто-то. Ой, как круто. Так, замечательно. По-любому что-то можно сделать наверху, да? Вау! Я живой, да? Я живой. Тихо. Надо как-то наверх попасть. Во, тихо. Что это было? Эй, куда? Стоять! Стоять, твою мать! Я сомневаюсь, что я долечу до финиша, да? Точно. Я не долетел. Так, замечательно. О! Просто как кусок дерьма. И хватит меня бить! Да хватит меня бить! Ублюдки! Надо бить, когда я живой, а не когда мой труп совершенно безмятежный, безжизненный и даже не может дать сдачи. Так, тихо. О, блин. Плохо дело. Так, тихо, тихо, тихо. Моя голова долетела. Ребята, засчитайте мою голову. Ублюдки не хотят это делать. Тихо, тихо, тихо. О! Упал. Упал, умер. Да. Так. Шикарно. Ну, у меня же получилось один раз, да? Опа! Воу! Что? Что? Да ладно! Вот так всегда. Вроде мучаюсь, мучаюсь, пытаюсь пройти, и ни хрена. А тут всего лишь чисто случайно просто забил на все, решил умереть, и вот тебе победа у меня в кармане. А так, а как это получилось? Я даже не знаю. Давайте еще разок просто по-быстренькому попробуем. Я хочу посмотреть, в чем фишка. А, это мина, да? Я ее даже не заметил. Так, тихо. Вот так вот можно все проходить, да? Просто, как говорится, да, все гениальное просто. А! Ну, хотя бы так, это тоже победа. Ладно, прикольный, забавный уровень. Мы его сделали весьма необычно. Поехали дальше. Что это такое? Naked Wrecking Ball какой-то. Так. Ой, тихо, 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 тихо. Чуть бошку мне не снесло, да, здесь? Так, поехали. Нет, подождите, что делать-то? Я упал. И что? И что это было? А как пройти? Нет, я сомневаюсь, что пройти карту можно таким образом. Потому что у меня мозгов-то не осталось. Так, тихо. Так, ну допустим, я держусь. Я могу упасть, а могу и не упасть. Ну, хотя я могу, конечно, потерять голову и полететь вниз, да, и получить тумаков побольше. Но я не хочу этого делать. Так. Что? Что? Ну что, ребятки? Так. А давайте прочитаем надпись. Я не совсем понимаю, что здесь написано. Какой-то странный уровень, да? Давайте обратно. Ладно. Что у нас там дальше? Dead Run Extreme. Давайте. Death Run Extreme. Какое-то мега колесо, да? Опа! Да ладно. Вот так вот использовать элементы Happy Wheels, да, это впервые. Давайте попробуем. К чему меня это привезет? Принесет или приведет? Какое-то мега колесо смерти. Воу! Тихо-тихо-тихо-тихо! Тимми, твою мать, ублюдок маленький! Зачем ты убираешь, о божечки?
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Ой, блин, еще и ускорение. Что? Замечательный велик, ты охренел, что ли? Я и так умер, зачем меня добивать? Так, давайте еще одна попыточка. Значит, нужно выжить в этом колесе смерти и доехать до финиша. Видимо, основная проблема здесь именно в разгоне. То есть в колесе меня начинает кондрябить по всем этим, по всему колесу, да? Я здесь калашматюсь, как какая-то параша. Разбивая себе голову, убивая своего Тимми вот здесь нужно, нужно выдержать, выдержать, бро, 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 твою мать. Тихо, я живой, я живой, я живой. Ха-ха, и победа. Та-та-да, та-та-да. Мы победили в этом эпичном сражении с природой. А природа и смертельное колесо не смогли нас победить, потому что вы, дорогие друзья, меня поддерживали. Нептунчик смог это сделать только благодаря вам. Спасибо за вашу поддержку и за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, и вступайте в группу ВКонтакте. Всем спасибо, друзья, серия вышла забористой. Пока и до новых встреч.